в борьбу включились Александр Салюк-младший, номер 80-й, Александр Медведченко, номер 79-й, эту фамилию мы с вами еще услышим в заездке в форму, Валерий Разумовский, номер 3-й, Виктор Разыграев, номер 19-й, Руслан Кучер, номер 75-й, Сергей Сергиенко, номер 37-й, Федор Лещук, номер 89-й, Юрий Серов, номер 66-й, Леонид Леонов, номер 30-й, Александр Пинчук, номер 20-й, Виктор Бузурин, номер 85, Сергей Пелешов, номер 68, Евгений Голландский, номер 9, Евгений Лепцов, номер 88, Микола Чмых, номер 96. Финальные заезды проходили 13 октября, и в этот день стояла хорошая солнечная погода. И все зрители с огромным интересом наблюдали за происходящим. Большую помощь в проведении и подготовке этих сложных соревнований оказала Киевская городская администрация, а также хочется поблагодарить госавтоинспекцию и администрацию Харьковского района города Киева. Эти первые шоссейно-кольцевые гонки, которые проводились в черте города, сыграли огромную роль в спортивной и культурной жизни столицы благодаря слаженной работе оргкомитета соревнований, Автомобильной Федерации Украины и генеральному спонсору торговой марки «Хайнекен». Борьба продолжается, и с трассы, к сожалению, уже сошли номер 20-й Александр Пинчук и номер 68-й Сергей Пелешов. Тем временем спортивные страсти на трассе накалились до предела, и вот первая опасная ситуация, которая произошла с номером 85-м Виктором Бузуриным. Но все обошлось, гонка продолжается. Трасса, не выдержав борьбы, сходит номер 96-й, это Микола Чмых, и номер 37-й, Сергей Сергиенко. Дмитрий Рыбак успешно лидирует в гонке, и догнать его не удалось никому в классе машин 1600. И вот он, долгожданный финиш. В классе А7 первое место. Александр Салюк, номер 80-й. Второе место Виктор Разыграев, номер 19-й. Третье место Руслан Кучер, номер 75-й. В классе А8 победителями стали Дмитрий Рыбак, номер 1, Александр Медведченко, номер 79, Федор Лещук, номер 89. Шоссейно-кольцевые гонки – это перспективный и престижный вид спорта, поэтому наше участие в восстановлении и дальнейшем развитии автомобильного спорта на Украине – это не только коммерческий интерес. Четвертый заезд автомобилей класса Е7, Е8, 1300-1600 сантиметров кубических. Эти спортивные болиды, называемые «Формула-3», произвели ошеломляющее впечатление. Многие зрители увидели этих автомобильных монстров воочию первый раз в жизни. Выезжая на старт диким ревом, они предвещали невероятное зрелище, и зрители не обманулись. С огромной скоростью машины
вырвались за пределы стартовой линии, рассекая воздух как пули. В этом заезде приняли участие 16 участников. Номер 1 Виктор Халявко, номер 21 Юрий Погребняк, номер 32 Андрей Капшеев, номер 78 Александр Кондратюк, номер 27 Алексей Варавин, номер 74 Юрий Кондратюк, номер 47 Александр Лысенко, номер 19 Сергей Горшенев, номер 95 Александр Арманд, номер 97 Андрей Нагаевский, номер 30 Александр Колодяжный, номер 71 Эдгар Лингрен, номер 24 Валерий Марачевский, номер 3 Михаил Гриненко, номер 79 Александр Медведченко и номер 12 Олег Гайдамаченко. Но до финиша доехали только 11 участников. Основная борьба за лидерство развернулась в классе Е8 между Александром Медведченко, номер 79, Сергеем Горшеневым, номер 19, и Александром Армандом, номер 95. В классе Е7 за лидерство вели борьбу Эдгар Лингрен, номер 71, Виктор Халявко, номер 10, и Юрий Кондратюк, номер 74. Форсированные движки и обтекаемая форма позволяют этим монстрам развивать скорость до 300 км в час. Поэтому в заезде была настолько жесткая борьба, что лидеры менялись через несколько кругов. Кто же стал призером, вы узнаете несколько позже, а сейчас насладитесь этим поистине спортивным зрелищем. Возбужденные взгляды зрителей не пропускали ни одной машины, пытаясь понять, кто же будет первым. Лидером заезда стал Александр Медведченко, номер 79, который в упорной борьбе доказал, что он действительно лучший.
Вот он, победитель. В классе Е8 стали призерами Александр Медведченко, номер 79, Сергей Горшенев, номер 19 и Александр Арманд, номер 95. В классе Е7 62-летний Эдгар Лингрен доказал, что вот... Студенческой тусовки становится серьезной.